каждым разом это становится все страшнее. Эти таблетки, что ты нам дал, уже не помогают. Помнишь, я говорил тебе про больницу в Израиле, которая специализируется на подобных случаях? Сколько это стоит? Если, как говорит тот мужик, то там такие бабки вертятся. Я же сказал, на ринг я больше не вернусь. Вот номер, в котором я остановился. Передумаешь, звони. Поля! Да, скоро я смогу зарабатывать. Зависит от того, как ты будешь драться. Когда уезжаем? Слушай, у меня парень есть один. Может, посмотришь? Да ты хоть знаешь, что стоит на этом ринге? Давай, 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 не жмись-ка на там! Завтра идите в зал, начнем работать. И от того, как мы сейчас с ним поговорим, будет зависеть, будешь ты драться или не. Все понял? Вот что я вам скажу, господа. Я даю вам бой. Все четко будет, Геннадий Александрович. Дамы и господа, хватит уже себя мучить, Андрей! Дети, я буду их тянуть!